Всем привет, ребят, с вами Алексей. И сегодня у нас очередная ностальгия на Денди, игрушка Три глаза, то есть паренек, у которого есть три глаза, якобы. У вас украли сестру, но у вас есть третий глаз, дающий силу. Александр, вы спасете ее? Александр Сергеевич почему-то. Может, игру русские делали, я не знаю, честно говоря. Так перевели, может. Вряд ли русские. Это одна из моих игр детства, по идее. В Денди я играл в нее раньше. То есть я играю не всегда. Точнее, я играю всегда не во все эти игры, которые были у меня в детстве, а вообще разные бывают. То есть даже те, которые мне не знакомы. Так, ну в общем, вот он, тот самый паренек, пацаненок. У него на лбу есть якобы третий глаз, не знаю, настоящий он или искусственный. Ну, в общем, как-то так все это выглядит. Он чем-то стреляется. О, монетки собираем еще к тому же. Там потом будут большие эпичные боссы, насколько мне запомнилось. Какие-то интересные загадки. Магазинчики будете, можешь закупаться. Сейчас все посмотрим. Играю я на эмуляторе, кто не знает. Он немного некорректно работает, там не ставится нормальное разрешение, поэтому стоит на 800-600. Вот у нас снизу есть шкала здоровья. То, чем мы стреляем, по-моему, можно будет менять потом. Я сейчас не вспомню уже. Ну, судя по тому, что у нас там какой-то другой огонек. Тихо-тихо. Ай. Попался. Нужно успевать. Я успеваю. Почти. Фармимся. Набиваем себе очков. Монетки с них малюсенькие, потому что они враги не сильные, быстро убивающиеся. Мы приехали. Паучок. А он все жирнее. И все больше бьет. Я, честно говоря, хреново помню ее. Вот 200 целых. Как там будет? Что там будет? То есть я запомню, что тут есть какие-то секреточки, еще помню. Магазинчики всякие, боссы будут большие. Я уделю этой игре сегодня минут 40, наверное. Думаю, этого времени нам хватит для того, чтобы рассмотреть ее поближе. Как можно больше. Ну все, левел пройден. Блин, не знаю почему, я вылетел. Пришлось проходить снова, я еще хп потерял много очень. Я вот что заметил, нажимаете на старт, и здесь можно выбрать, какими штуками стреляться. У меня есть только одна. И если кто не заметил, мы стреляем из головы, якобы из третьего глаза. Это кто? Они пытаются меня убить, как и все остальные. Вначале были уровни сложности, кошмар и... ужас. Что было хуже, я не знаю, я выбрал слева. И чего слева, тоже не помню. Тут очень легко можно погибнуть как-то. Пока он там, надо валить его. О, сколько их. О, успешно. Лечиться, по-моему, можно только в магазине, что ли? Я не помню, честно говоря, где можно лечиться. Ну вот сейчас я погиб, да. Было слишком много выстрелов. А ты кто такая? А, это и есть магазин. Заходи, отоваривайся. Сейчас отоваримся. Бинты. Чтобы купить. Есть... бинты побольше, есть бинты поменьше.
в зависимости от того, сколько у меня хп. А можно купить жизнь, чтобы я, если подохну, то... А, суперстрела, кнопка купить. А, кнопка купить. Ну, а, это понятно, у меня жесткий реквестик от PS3. Огнемет. В общем, тут много чего есть, как бы... Сейчас мне, в принципе, этого не нужно. То есть там же как раз-таки, походу, и можно было пыляться ими. Или пока что они были не открыты, я особо не смотрел, если честно. Я просто пробегу по-быстрому. Эти собачки или кто-то такие, похожие на пони, только... Хрен его знает. Тут они просто не такие цветастые, как там. О, можно сразу на тур по кнопку нажимать. Либо прыгать очень быстро, либо сразу по три или по две выплескивать. Целую кучу. Так я быстрее их убью. И некоторые места в игре проходятся, как мне сейчас вспомнилось, не так просто, как кажется. Это не пробить, так просто не перепрыгнуть. Сейчас. Сходим, купим кое-что. В смысле? А как я пройду? Вот в игре не предупреждают, что определенные места проходятся так-то, так-то. То есть, как хочешь, так и иди. Что-то, допустим, вон там справа. Это типа он по бокам показывает большие пальцы, или это какие-то крылья у него. Возле жизни, видите там? Ничего не знаю, в общем. Как-то никак. Придется умереть сейчас. И появиться у магазина. И больше не подыхать. Я... Хотя ладно, пофигу. А вот эта хрень, которая... У меня есть. А откуда она у меня есть, я не знаю. Она переместила меня. После я упал, я не сдох. Ты, конечно, молодец. У меня как бы... Мне нужно попасть туда. Как? И если ты не наберешь вначале определенное количество очков, то ты не купишь, получается, то, что нужно. Так, убийство, огнемет, суперстрела, вот, то, что нам нужно. Взять, да, купить. Дефицит или дефицит? Типа нету ее больше. Да, я ухожу, да, я уйду. Где выйти? Я бы еще купил жизнь, чтобы потом не подохнуть случайно. В общем, пойдем. Их мы быстренько пробегаем. Получаем хпшечку. О, фишку вспомнил, точно. Можно бить эти самые, их можно в них стрелять, и в итоге они будут расти. Становится все больше и больше. Да, прикольная фишка, так и буду сейчас делать. Стараться. Чтобы больше монет было. Окей, разок в меня попали. Игрушка-то, по идее, хардкорная считается. Это точнее, в прошедшем можно назвать его Dark Souls. В общем, что у нас есть? У нас есть стрела, но как ее использовать, я, честно говоря, не помню. То есть купили мы стрелу. Как ее использовать? Попадем. Мне помогает птица. Окей. В общем, ребята, понял фишку я. Не сразу понял, но... Вставай не здесь. Как ее остановить, я не помню. Так. Или может пока она идет, надо успевать? Вот. Ты на ней встаешь и...
Вот, распрыжку делаешь. Меня снова пытаются убить. Фу, успел. У меня жизни уже не осталось так-то. Ну, то есть две у меня есть. Но это все. Готово. Взобьем немножко монетки. Вот, 50 хотя бы. Сейчас она снова появится. Я прям ждал тебя. Чтобы набить монетку больше, надо как минимум, по-моему, 3 раза в нее попасть. Даже если вы попадете в него 1 раз, 2 раза, ничего не изменится. Она такой и останется. Бывает, пытаешься кучу монеток набить, но в итоге-то не добиваются нифига. Я так и знал. Ага. Я думал, башня построится, она построилась, тварюга. Нужно издалека в нее шмалить, чтобы она в тебя не попала издалека. То есть издалека ты знаешь, что ты успеешь. Ох, вот оно что. Что ты успеешь сделать прыжок. И в определенные моменты ты сможешь увернуться. Так, отлично. Ага, хрен вам. Все, приучились. Все, готово, мы прошли. А, это магазин. Ну, конечно. Так, ну закупить надо, да, надо закупить. Залечить раны. Не знаю, зачем мне 200, потому что мне, по идее, хватает 100 для того, чтобы я восполнил полностью. И оно называется дефицитом почему-то. Даже за 1000 есть. А, суперстрела, дефицит. Написано дефицит, но при этом я могу ее купить, наверное. Я не буду пытаться, потому что она мне пока что больше не нужна. Кажись. Вроде бы она у меня есть. Да, мне не хватает, я знаю. Выйти. Умный, да. Умнее быть не может. Я прям сейчас проверять не буду, потому что... Опасно, у меня тут мешается. Монетки надо взять. Они все упали. Но хотя бы я живой остался. Хрен с монетками. Это босс? Точняк. Не помню я, какие тут боссы были. Такого босса я точно не помню. А, то есть он попадается на свои же. Бляха. А, пока он попадается, можно его убить в это время. Да, недолго можно его убить за это время-то. Нужно сделать так, чтобы он сам попался на это. Блин, попадается так попадается, но я не успеваю. Нанести ему урона, потому что... Я только успеваю уворачиваться от него. Неплохо. Вполне себе. Ну, блин. Ты сейчас не вовремя, если честно. Суть-то в том, что он прыгает постоянно. Можно от него увернуться легко. Почти легко. В общем, понял я тактику. Все ясно. В принципе, если бы я сейчас не сдох. Жизнь у меня есть. И тактику я понял. Так что давай, нападай. Он легкий, по идее, все, я понял, как с ним сражаться. Все стало ясно. Легче быть не может. Это сначала кажется, что капец как сложно. Блин. Попытка моя. Все. О! Я бы, может, еще набил, если бы можно, конечно. Не знаю, можно ли больше 500, но... Как-то вот так.
Гоблин, когда... А добрый гоблин, когда он мертв. Великан, мудрость ваша. Муарость, будто бы. Скорее всего, мудрость. Сестра может быть в джунглях. Это первый позади. Это хорошо, что он позади. Пещеры. А мы где были, интересно? А вот это я помню. Вот эти моменты я помню. Очень хорошо помню. Блин, жалко, не добил. Выстрел. Блин. О! Это я понимаю, только уже пора врать. Ну что, оно исчезнет. Маленькая монетка, да, в принципе, пойдет. Он защищается. Не такой простой, как кажется. Нужно по таймингу успевать его набивать, чтобы... чтобы оно не уходило с места. Дай мне монетку. Хрен с вами. Будем все делать вот так. Я потом даже сохраню ее и сам пройду. Вот, моментально вообще. О, 500. А что это такое летает? Будем валить. Будем убивать. О, все поднимается. Что это такое летает? Я понимаю, летучие мыши. Они еще и пожестче будут маленько, потому что убиваются дольше. Я не пытаюсь набивать монетку, я пытался его завалить, но удачно. Еще и монетку набился. Так. Потерял маленькую монетку, да и хрен бы с ней. Я не рисковал прыгать, пока она здесь. Блин, там монетка хорошая. Давай ко мне. Блин. Ай, ко мне она не захотела. О, все. Все монетки со мной. Так, ребята, сейчас сделаю сейф. После я к вам вернусь. Все. Так, тут можно легко упасть, по-моему. Нет? Точно. По-быстрому, там магазин вверху так и находится. Ай, забыл совсем. Да. Тут нужна реакция. А еще кое-где мозги. С них, по-моему, большая монета падает. Да, я запрыгну. Тварюга. О, а если еще больше? Я хочу еще больше. Во, 1000. Набил себе 1000. Дорога падает, поэтому надо успевать. Аптечка. Пинты. Да, обойдусь. Жизнь купить. Это надо. Это надо. Зачем мне и еще один... еще одна стрела? Если она у меня уже есть. Убийственно лучшее. Но я для разнообразия, наверное, возьму. Есть рисинки, есть рогалик. Зачем, не знаю. О, как оружие, походу. Все, у меня все хорошо, я хочу выйти. Ну вот как-то вот так.
Вот чем пыляюсь я теперь. Они навсегда, кажись? У меня показано, будто у меня одна штука. Но при этом... Они не кончаются. Не знаю. Я бы набил ее, если бы... не мешались. Да кто такие-то вообще? Мешайтесь мне здесь. Извиняюсь, звонок. Монетка, уходим. Меня просто пытаются уморить. Сколько же их здесь везде? И волны всякие, и скелетики, и призраки появляющиеся. Покраснело все в пещерке-то. Раньше они просто вылетали, сейчас они пытаются меня убить. Может, раньше они просто не успевали? Не знаю. Вон там это самое. Ты куда? Как выше подняться? Есть, конечно, вариант, но... Я не успею. Нет, так нельзя успеть. Конечно же это, почему нет-то, если есть. На самом деле это не однёрка была, потому что и сбоку, и слева, и справа одинаковые такие штучки. Показалось, будто это однёрка у меня там. Они, по-моему, самонаводящиеся. Почти. Как забраться выше, я не знаю. Тут тоже спускаются. Якобы я должен поставить стрелу, что ли, или что? Но за это время я не смог бы ее успеть сделать. Допустим, сделаем вот так. Как вариант. Окей, такая стратегия сейчас будет. Хреново. В общем, чем выше я буду забираться, тем больше я буду снова делать ее. Успеваю все выше и выше делать ее. В общем, не знаю, не хочу пока что. Слишком сложно все это продумывать. А вот там уже можно, потому что нужно, а не можно. Блин, жалко не набил. Вот так можно. Я промахиваюсь постоянно. Вот так надо было. И пока она не исчезла. Здесь не хочу рисковать, поэтому... Еще можно выше там что-то. Походу, нам туда и нужно было. Не так, как я все думал. Так, давай, давай, появляйся. Ага, не успел. Говорил наш. Блин. Соточка. Сейчас появится, я снова сделаю. Ну где? Монетка улетит без меня сейчас. Она там прыгает еще без меня. Жалко. Немножко. Вот тут я, скорее всего, не допрыгну, поэтому... Моя суперстрела поможет мне в этом. Здесь тоже. Иногда она очень полезна. Так, две монетки, по 20, пусть так. Это надо за ними успевать. Не попадаясь даже. Ой! Успел. А, босс.
Этого босса я помню. А, у меня хп-то не осталось. Буду иметь в виду. Он, в принципе, тоже несложный. А, просто нужно уворачиваться. Когда выпускают три, они не самые наводящиеся, поэтому с ними немножко полегче, по-моему. Блин, промазал. А он жирнющий так-то. Еще. Он прям мне спуску вообще не дает никакого. И мухана. Куча монеток сейчас появится, я уверен. Или 1000 хотя бы. Ёп. По 500 сколько вас? Я все не успел. Прям на репу похоже. Реально, репа или сердечко желтое. Надавал, короче, я ей по щам. Плотоядное это растение, оказывается. Было повержено. Спасенный вами тролль сказал, что девушку несли во дворец. Какой тролль, я не знаю. Но кого-то мы там спасли. А вот теперь дворец. Пока что дворца не вижу, но это, по-моему, хрень так просто не убивается. Она очень долго убивается. Нужно, чтобы эта хрень подымалась. Как ее убить-то, я не помню. Видимо, никак. А может, как-то и можно. Ай. Удар. 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 Хреновый тайминг. Блин, 20 все еще. Сначала нужно его завалить, а потом уже все эти самые. Он мешается мне. Да блин. В конце же концов. Меня еще на этаже выше что-то пилят. Слышно очень. Да. Только вот так, если. Вот с тобой хреново будет. Там хоть бы что вообще. Четыре раза нужно. Четыре заполнить. 4500, окей. Нужно моментально его валить. Есть, смотрите, есть путь налево. И там так просто не пройдешь. Казалось бы. Но мы-то сумели. Зачем? Я не знаю зачем, серьезно. Тут типа что-то есть. Какая-то секреточка, но секреточки там нету. А здесь есть магазин. Магазин. Так, у меня есть 6000. Жизнь. Еще бы. Дефицит. Аптечка за 100. Конечно. В принципе, больше нечего. Все. Мы закупились, она исчезла. Мне нужно вниз. А вот теперь я попытаюсь.
пытаюсь попасть налево. Еще левее. Иди ко мне. Во! Вспомнилось мне. Это самое. Невидимая какая-то утка. Это пасхалка. Секретка, то есть. Так будет точнее. В общем, как только я пытаюсь ее записывать с FPS-ом, она почему-то вылетает у меня постоянно. Я еще кнопки поставил не те, которые надо. В общем, она вылетела у меня. Мне снова пришлось проходить со второго, по-моему, этапа, да. Я прошел, все везде собрал, все везде взял, еще взял еще одно оружие. Так, старт мне не пашет, да? Я, видимо, не поставил его. Окей. Ну все, в общем. Так, вы уже видите, что у меня другие совсем. У меня вот такие какие-то. Понять не имею, чем он кидается. Вот у меня всего два вида, когда я купил эти, те исчезли. Не знаю, лучше они или хуже, но будем с ними. Записываю теперь в окошке, потому что когда я начинаю записывать с FPS, она сразу вылетает. У меня эмулятор зависает, и все, капец. В общем, прошел я, сохранился в этом месте. Посмотрим, что будет дальше. Ага, хрен. Я умнее оказался. Вот ими, по-моему, набивать лучше. Еще бы не мешались мне. Вот что можно делать там. Они очень быстро летят, поэтому ими можно быстро убить и быстро набить монетки. Эти хрени будут сейчас мне мешаться еще. Совсем не к месту и нехорошо. Это прям какие-то испытания. Я просто быстренько прохожу, спускаюсь вниз там, допустим, и все. Хрен знаешь, как они вообще летят. Это пылесос какой-то, по-моему, не помню для чего он, но к ним лучше не прикасаться. О, видите? Он, блин, что-то промазал. Опять эти улитки. Я могу стоя на месте почти что. Блять, ими они летят вверх. Странные очень. Какими бы они ни были, они не пробивают этих мудаков. Хрен вам. Опа. Это что это такое? А, ловушки. Некоторые падают. Я помню, что тут в некоторых местах потом нельзя будет пройти, допустим, вот здесь. Знаете, как нужно пройти? Я думаю, вы уже догадались. Раньше я вот сам не мог понять, как. Если падаешь, ты подыхаешь сразу. Ай, бля. Меня просто высасывает пылесос, он тянет меня. Не в ту сторону, в которую надо. Еще эти падают. Ну, я называю это пылесосом, по-другому я это не назову никак. Не, далеко слишком. Вот, там, где надо сейчас. Во. Раньше не мог пройти, потом догадался кое-как, не знаю как. Ума хватило мне. Ну, значит, почему ты прыжок не сделал? Он как-то соскользнул в этом месте, я поторопился, он не стал прыгать. 0 хп, если я подыхаю, ребята, это все, на этом мы заканчиваем. Да и так, по идее, осталось еще буквально минут 5 и все. Сейчас не надо пока что. Сейчас слишком рано начинаю. Вот он скользит, потому что пылесос меня тянет. Отомщу, если я недалеко буду, конечно. Дворец. Где именно? Нормально, в принципе, пойдет. Недалеко я во дворце. Это место мы пробежимся. Но, к сожалению, мои... Мое оружие, оно... Все, исчезло, которое я покупал. И очки, по-моему, заново все. Могу ошибаться.
Но, по-моему, так и есть. Сначала нужно вас убить, а потом уже туда лезть. Окей. Ага, про вас я забыл вообще. Да вообще не дохнет вообще. Очень жирнющие, скажу я вам. Эти ребята. Эти столбы. Вот самое трудное здесь, конечно. Пока что за все время. Блять! Тут еще прыжок сделаешь, тоже сдохнешь. В общем, трудно очень. Сейчас я снова подыхаю, и на этом мы заканчиваем. Уж извините, я сделал, что мог. Устал я. Трудно очень. Даже если учесть, что я играю на джойстике. Или геймпад называется, это я не знаю, как правильно называть. Чтобы ни у кого там это самое не припекло, что не сказали, что там... Ты неправильно называешь! Ёптыш. Да, и надо успевать, короче, пока она не... Не приехала, потому что меня пылесос высасывает. Пойдет. Кое-как вообще. Как быть здесь? В принципе, ясно. Так, больше никого. Придется подниматься и не задевать их стараться. Жизни у меня больше не осталось. Еще и две этих. На два удара меня хватит. Вот как можно их не задевать, я не знаю. Окей, здесь я сфейлил. Ну почему? Блин, куда я полез-то, а? Поторопился я, в общем, отомщу. Смотря где я нахожусь. Но я примерно знаю, где мы окажемся. Конечно же здесь. А и проходить это снова я не хочу. У меня еще и окошко маленькое неровно стоит. Вот так будет ровнее. В принципе, все. Поностальгировали как-то вот так. Ставьте лайки, комментируйте, ожидайте следующих ностальгических похождений. А пока мы прощаемся, всего хорошего, до встречи, еще увидимся.